Какая красотища, а? Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. С вами опять я, Сашок. Пойди, уже надоел своими видосами. Но люди просят, буду пока снимать. Значит, сегодня у нас 21.05.2019 год, 3 часа. Вот так выглядит водоем, просыпается. Не повторяю, не устану повторяться, да, таинство какое-то есть, да, в этом во всем. Тут еще солнце, правда, там у нас облачка сегодня обещают, облачно, но вроде без дождей. Какое изумление. Вот, ребят, цените то, что имеете, берегите природу, да. Птица поет, нет никого, тишина. Так, ну что, всем здрасте. Курить вредно. Детям до 25 лет строго-настрого. Чё? Вчерашняя рыбалка показалась, окунь. Показала то, что окунь активируется потихонечку. Сегодня. Но на натуралочке в основном вчера были все поклевки, да? И на приманку паразит. Ну, приманка паразит. Тут как бы понятно, я бы сам не отказался. А вот натуральный цвет мне тоже. Ну, такая она, безотказная. Я ссылочку вчера в видео дал на эту приманочку. Смотрел, 300 рублей, стоит 50 штук. Вот этот малек творит чудеса иногда, серьезно. Не белый, их много на Алиэкспресс. Есть белые, есть розовые, есть там какой-то коричнево-желтый с блесками такого же типа. Но не то совсем. Немножко не то. Вот этот малек, он идет такой прозрачный, с блесками, в том числе и голубого цвета. Вот эту блеску видно в мутной воде, хрен знает насколько. То есть вот это уже проверено временем. Птицы летают. Красота. Так, что хочу сказать. Я, наверное, скоро... Во-первых, сегодня я уезжаю в город Кимры. Город находится где-то на берегу Волги. Где-то часа 3-5 езды от меня. Приблизительно так. Ну, я там не выяснил. Еду я туда на бум. Никому-нибудь. Еду я туда с Мармышенком. Не знаю, что там с рыбнадзором, с рыбоохраной. Там все вот эти дела, блин, без понятия. То есть нашел группу, написал мужикам. Молчат, тишина. Наверное, не хотят меня в гости видеть. Ну да ладно, там, короче, 3 дня я буду отсутствовать. Вот. То бишь, появлюсь где-то ближе к выходным, не раньше. Первое. Второе. Значит, наверное, скоро, опять же, если по возвращению меня оттуда, будет снят видос а-ля хоум-видео. Выпишу вопросы на и более часто повторяющиеся, потому что, ребят, ну, извините меня, я устаю. Я в плане того, что я иногда по 1.5-2-3 часа отвечаю на вопросы, разъясняю, в рот закладываю. Еще желательно заложить в то место, где человек глотается легче. Я не жалуюсь ни в коем случае, но оно нужно. Объясняю почему. Вчера мне один молодой человек, в основном ребят молодые, обращаются без опыта, да, там возрастная категория разная, 12 и старше. Там все дядь Саш, там, в общем, уже меня уже погоняло какое-то, блин, ВКонтакте, дядь Саш, блин. Ну да ладно, дело не в этом. Смысл в следующем. Вчера мне пишет один человечек. Молодой парень, не буду я не озвучивать ни имени, ни возраста, не нужно это никому. И говорит такую вещь. Говорит, дядь Саш, вот очень понравился Мармышенко. Купил себе палочку, да, взял этот, что он там, стрит-трейсер, по-моему, да, стрит-трейсер купил, все хорошо, говорит, но проблемы с прокалыванием мотыля. Я такой, я говорю, что там проблемы-то какие могут быть? Он мне пишет, ну вот, говорит, не могу его, вот, как бы, вот смотрю видео, вы так раз его сразу прокололи, а у меня, говорит, не всегда получается.
Если честно, я сначала думал, парень прикалывается просто. Вот. Потому что, ну, не секрет, под личиной то, что у вас на странице, может быть кто угодно. Да, думаю, мужик, может, прикалывается, дурака валяет. Сам прикалываюсь. Не, ребят, не прикалывается. Ну, расписались с ним, короче, выясняется. Все замечательно, встает на рыбалку. Рано рыбу ловит. Почему плохо прокалывается мотель? Я говорю, как так? Я говорю, он говорит, соскальзывает. Вот типа кончик у него заостренный. Я говорю, подожди секундочку. Я говорю, ну ты же мотыля, ну он же лента идет. Ну, мотель Бертли, я имею в виду. Я говорю, он же лента идет. Я говорю, в чем проблема-то у тебя? Я говорю, а что, говорит, можно? Короче, ну, в общем, такой вот вопрос из ряда. Ну, это неопытность, это банальная неопытность. Ребята растут, понятно. Там в голове девки, потом адреналин, раш, компьютер, телефон, и где-то там должна еще рыбалка приклеиться. Ну, три таких составных, занимающих практически весь мозг у людей, да, по большей части. Там еще рыбалка должна впихнуться. Значит, объясняю. Ему вчера объяснил. Откусываете вы мотыль, у меня бывали такие приманки, вот мне присылали с Калининграда по весне. Твистерочки мелкие очень. У них краешек заостренный. Да, пальцы грубые, большие, вижу я плохо. Мне неудобно его прокалывать. Чуть-чуть надкусили, все. То есть создали тупую поверхность. Не острую заостренную, а тупую. Крючок туда, бум, он влетает. Все. То есть вот такие вопросы иногда очень глуповатые. Но это я говорю, опять же таки, это хорошо, что обращаются. Дай бог, чтобы оно все так и продолжалось, потому что, ну, ребята хоть чем-то занимаются. Вот, я за что очень искренне рад. Я практически, ну, по возможности, ребят, извините, там отвечаю всем. Вот, значит, что хочу сказать еще. Поэтому я сделаю, скорее всего, типа что-то мормышинг блиц ответ будет. Выпишу самые частые популярные вопросы, которые мне задают, и запишу такой видосик. О, карась гуляет по кустам. Тю-тю-тю-тю-тю. Не могу не показать эту красоту еще раз. Вы гляньте, а. Ладненько, все. А, и сегодня у меня, значит, мотаги 662 XL. Ну, мормышечки, но мотаги будет непростая. То есть с мотагой это все нормально. Лесочку я сегодня буду погоняю с утра. Купил вчера, не поленился, сгонял в магазин 008, взял специально. Здесь у меня катушечка, очень бюджетная, Кайда HD10, по-моему, она называется. Тысячка. Вот. На ней у меня стояла леска, и я подмотал просто поверх 30 метров там этой 008. Короче, сегодня будем проверим мотаги на леске. Во. Все, погнали. Ну, ребят, я в шоке. Стоит леска 008. Притом такая недорогая далеко. Я 0,3 грамма на той стороне чувствую, как будто я ловлю, ну, почти на нанафи. Почти, не совсем. Но вот, если честно, я немножко шокирован. То есть это я к тому, что насколько чувствительный банк у мотаги 662. Знаете, все прекрасно, я не сторонник ловли на леску. Ну вот тут я прям поражен просто. Я прям реально чувствую, как она там по бугоркам, по песочным прыгает. У нас тут песочек с илом. Обалдеть можно. Погодка у нас портится маленькая. Видите, да? Не знаю, как это все на хлебе скажется. Ну, посмотрим. Ладненько, включусь. Первый трофей. Трофей. И убежал. Я думаю, вы успели увидеть. Мотель Беркли. Ой, Беркли, господи. Мотель Донбайт. В таком салатовом цвете. Так, ну что? Ну, в общем, в руку отбивает по леске, но чуйка и заброс оставляет желать лучшего. Переставил я катушку на
наносил 002, опять во мне, наверное, зверь какой-то сидит, и он говорит: смени катушку, смени. Вот. Ну, как-то, блин, вообще паршиво. Ну, я эту затею повторю, конечно. Вот. Ну, как-то, блин, да, в руку отбивает, вот реально, вот 0,3 грамма, она прям бум-бум, чувствую, что делаю. Но, блин, заброс слабый. И вот поклевки аккуратные, вот, ну, вообще ни в какушку. Ни в какушку, ни в какашку, как хотите. Как-то так. Ладненько, включусь. Так, ребят, что-то село. Село что-то капитальное. Как она башку веряет. Есть у меня подозрение, что это щука. Ну, там хрен его знает. Пытаюсь подтянуть, хоть посмотреть, что это такое. Опа. Мотаги, вечно тебе достается, ёшки. Нифига себе. Пускай погуляет. Страшно. За время вываживания тогда леща я успел, тихо, я успел выкурить аж 2 сигареты целых. А курить вредно. Хуй его посмотреть, кто ты там. Так, ладно, ребята, вытащу, покажу, если вытащу. И пока даже наверх не показывается. Включись. Ну что, борьба продолжается. Пошел второй час. Шутка. Ну, я ее подтянул, его, ее. Но пока сдаваться мне не хочет. У меня такие подозрения, что это все-таки карась. Хотя...
Хотя я, конечно, могу и заблуждаться. Серега, я думаю, ни один твой инструмент таких, особенно в таком тесте, таких тестов не проходил. Каламбур, блин. Да, приятное ощущение. Держишь такую, ну, рыбку, а у тебя по спине пот холодный течет. Ты устанешь когда-нибудь, а? Опять пошел на глубину. Да, карась рыба сильная. Недаром на удочку ставят, иногда лесочку 0,18-0,20. Опа. Right above. Как дернул башкой. Как дернул. Ёхарный бабай. Буду брать мотыги, буду под саксы вытаскивать теперь. Хотя у рыбы должен быть шанс до конца. Прям упорно не хочет идти, а самое главное, не хочет показаться нормально, кто это. Так, ладно, включусь. Так, прошло 3 часа. Шутка. Блин. Ну, как-то я не ожидал. В прошлом году они у меня позговорчивые были. Когда я на G-Creek 8 штук поймал, 3 я взял. Ну, домой я имею в виду. А этот прям, блин, бойкий. Дядька не хочет сдаваться. Мотаги трещит, вернее, не мотаги, а фрикцион, как это? Да, в данной ситуации главное не форсировать. Ой, Серега, Серега, я прям тебя вспоминаю сейчас. Ласковыми словами. Какой же ты инструмент волшебный собрал? Ну давай уже, девушка. Так, ладно, камеру сажать не буду, включу. Ну что, рыбь был взят. Ну и сапог рядом. Все по-честному. Мормышка 0,5 грамм. Сейчас покажу, на что взял. Обалдеете. Ух ты, блин, сильный собака какой, а. Извините, все в слизи. Вот на такую хрень взял. Приманка с Алиэкспресс.
белого цвета. Вот так вот. Вот такой бандит попался мне. Так, извините. Карасика я заберу. Карасей в этом году еще не ел. Адреналин выше крыши. Наносил 002, Матаги 662, подлесок 008, мормышка шарнирная 0,5 грамм. 5? Нет, 0,4 грамма. Вру. Все, пакуемся. А что любите жаловаться? Рыба под названием плотва. Взяла в заглот. Сейчас, секундочку. А, заклюнула она. Вот на что. Приманочка Дунбайт. Какая красавица. Все. Пуха, хоть жопу жари. Начинается. Вся вот эта хрень. Начинается катушки на леске. Это ива цветет, зараза такая, а? Ведь она не ладна. Ладно, включусь. Что хочу сказать? Камеру солнышку, может быть, уж извините. Просто учтите, опять же таки, начинающим, может, кому полезно будет из стариков, что карповые, они хищноваты сами по себе. Может быть, Америку и не откроют, но просто учтите, что вот тут вот мелко стоит плотва. Кормится. Вот этот пух, семена, все это оседает, это все ее съедобное. Но когда рядом проплывает малек, она его с большим удовольствием харчит. То же самое происходит и по осени. Нередки поклевки, поимка белой рыбы, то бишь мирной рыбы, как говорится, именно на приманке похожи на малька. Вот. У меня что на алиэкспрессские клевалы приманки, что на вот эти вот приманочки Don't Bite, да, у Андрея есть вот эти вот формы. Он мне в прошлом году, когда прислал на пробу, ну я как бы особо не рыбачил на них никогда на такой размер, я, если честно, был шокирован, насколько рыба мирная, бель, реагирует на этого малька. Но он мне присылал в таком ярко-морковном цвете. Ну, в виде подарка, короче. Я у него потом заказал уже под натуралочку. И они себя оправдывают на все 150%. Тоже такой очень беспроигрышный вариант. Попробовать узнать, где рыба. То есть можно поставить мотыля Беркли. Понятно, да? А можно поставить вот такую... супер малька мелкого где-нибудь на 0,4, 0,3, 0,2 грамма, и поверьте мне, результат у вас будет. Ладненько, включусь. Так, ребята, наверное, буду я с вами прощаться скоро, спешно, потому что у нас тут нарисовалась тучка. Вот. Сейчас, скорее всего, вернее, он уже начинается, будет дождик. Я, конечно, еще порыбачу, но камеру мочить мне совсем не хочется. Дабы она у меня без бокса. Вот. Ну что? Мормышенка рулит.
Все как всегда, так что подписывайтесь на мой канал. Еще раз говорю, будет видео Мормышин блиц-ответ, наверное, так я его и назову. Вот. Да, начинается дождина, потому что сейчас клев сойдет на нет, скорее всего. Пойду я одевать плащ, попробую я в дождик погонять мотылика. Сейчас мотыль Берг поставил. Ну, не суть. Короче, подписывайтесь. С вами был Сашок. Всем приятного просмотра. Копите деньги на Мотаге 662 и заказывайте ее только у Сергея. У него, видно, волшебный этот заговор есть на эту палку, которую ловят практически каждую рыбалку. У меня дома хорошую рыбу. Все, всем пока. Так, ну что, видно, да, рыбу вот. Ученые в прошлый раз будем взвешивать пакетики по нулям. Замочек. 895 грамм. Короче, 900 грамм почти. Мотаки справилась на ура. Всем пока.